такое ужасное качество, потому что я сейчас выхожу на связь, тут все темно, плохо, вот ничего не видно. Я сейчас в районе Гатчина. Вот, подошел ко мне мужик и спросил сигареты. Вот это как раз случай, когда человеку действительно нужно покурить. Вот, я увидел в его руках только зажигалку. По виду, ну, видно, что денег у него нету. Я, соответственно, не курю. Ну, что, я ему говорю, извини, как бы нет сигарет. Ну, он такой грустный, пошел от меня. Вечер, никого нет. Я понимаю, что найти сигарету в районе Верева практически невозможно. Я ему говорю, я бросил, не курю. Ну и смотрю на его реакцию, вижу, что он как бы такой сгрустнул. Я его даже на видео снял, вот сейчас покажу. Вот, подошел, взял денег и, в общем, ему крикнул, мужик, мужик. Он такой повернулся, говорит, что? Ну, типа такой, знаете, как в этом фильме «Уходящий волк», что тебе надо? Я говорю, слушай, я говорю, держи, 200 рублей ему дал. А он говорит, я тебе верну. Я говорю, да не надо. Я говорю, я тебя угощаю не одной сигаретой, а 20. Ну, в общем, он такой рад был. Раза три мне сказал, что, ну, не надо, не надо. Но понимая, что я делаю плохо, но я понимаю, что такое желать курить и не иметь возможности покурить. Такой случай, я не знаю, какие мне подписчики будут подписываться, но надеюсь, будет моя аудитория, с кем мне будет комфортно говорить. Там отписываются многие вот от таких странных видео, но надеюсь, есть те люди, которые близки мне по духу, которые помогают людям, ну, в таких вот просто банальных вещах.